внимание на доску. Ставьте пропущенные буквы, объяснить орфограммы, поставить ударение слова. Всем понятно? Да. Так, приступили к работе. Сразу подчеркну пропущенную букву. Закончу, положи ручки. Первое слово нам объяснит кто? Имаю. Слово «шавель». «Шавель», правильно. Какая орфограмма слова «шавель»? «Шавель» – это существительное. Лексическое значение. Какое это слово? «Шавель» – что такое? Кто скажет? Следа? «Шавель» – это такое растение, которое… Растение, хорошо. А какая орфограмма в этом слове «шавель»? Безударные гласные корни слова. А можем мы проверить его ударение? Нет. Безударные гласные можем мы проверить ударение? Нет. Нет, нельзя. Значит, как называется это? Безударные. Безударные гласные корни слова не проверяем. Садись. Так, второе слово читает нам Байханова. Второе слово «ослепительный», «бежевле». Тоже какая орфограмма? Да, тоже безударные гласные корни, а проверим «слеп». Проверяется? Проверяется. Это уже проверяем ударением. Ослеп. Хорошо. Третье слово. Хава читает? Темнота. Какая орфограмма? Темнота. Темнота. Здесь безударные. Гласные. Можем мы проверить ударение? Темный. Хорошо. Следующее читает Марта. Зеленый. Зеленый. Объясни. Проверяется зеленый. Безударные гласные, проверяемые ударением. Следующее, Анзо читает. Балет. Следующее, какая буква слова? Костер. Костер. О, следующее. Ю. Ю. И последнее? И. Какое слово последнее читаете? Изумруд. Изумрудное. А что такое изумруд? Это объясните как? Лексическое значение слова. Знаете ли, что это? Камень. Хорошо. Значит, эти все слова на какой орфограмму были? Следом сформулируй нам орфограмму, правила. Эти слова были на тему безударные гласные корни. Проверяемые и непроверяемые. Хорошо. Составьте с ними устно предложение. С любым словом составьте предложение. Имаю. В комнате, комнате посадили, во дворе посадили прекрасную шевель. Так, садись, не так уж хорошее предложение. В большом камине горел костер. Так, садись еще. Думайте, не сложные слова. Еще. Анзор. Моя мечта привет. Хорошо. Так, хорошо. Садись. Теперь найдите упражнение в учебнике. Страница 74. Найдите упражнение 172. Это упражнение мы выполним в группах. Первый ряд напишет первое предложение, сделает синтаксический разбор его. Второй ряд – второе предложение. А у доски один из вас, учеников, будет разбирать пятое предложение. Кто выйдет в доске, будет разбирать пятое предложение. Кто напишет? Пойдем, иди к доске. Наш первый ряд.